Давай, я как уже говорил, я не скрываю свои недостатки. Я когда еще отвлекаюсь, разговариваю. Кстати, на это тоже не хватает сил, когда ты находишься на депрессивном уровне. Но следующий уровень, это когда ты можешь более конструктивные вещи сказать. Например, рассказать, почему мне тяжело рисовать психически. Я пока что не готов. Мне нужно немножко следующий уровень. Еще раз выражаю респект, уважуху тех, кто поддерживает морально или просто. И дизреспект тем, кто за личиной норм этого безумного мира, общества, скрывает свои болезни, проблемы, скрываясь за агрессией, за позитивностью или еще за чем-либо, за семейностями, ценностями, за якобы успешной личной жизни и чмырят, типа. Короче, респект тем, кто открыто и кто пытается с собой бороться, со своими проблемами, а не унижать слабых и нуждающихся в помощи людях. Вот. О чем я хотел сказать? Сейчас, секунду, я играю тут за советский танк Т-34-85М. Это у меня выпало, я его потом купил. Сегодня я буду рисовать, да. Но связанное с фермерством, это более сложное дело. Я лучше потрачу деньги на лекарства, на врача. Сегодня я буду рисовать, и я почувствую себя плохо после рисования. И, может быть, расскажу про это. Постараюсь что-нибудь такое душевное нарисовать. Земледельческое, как обычно. Анна Пакедова, респект, братва, расслабуха, релакс и шуе, братва.